Sana? Спасибо. Пойдем, все уже заждались. Но сначала, думаю, лучше умыться. Хорошо. Берешь ли ты Сэна Чекир Айдина Аслана в мужья? Беру. Навсегда беру. Браво. Слова любящего мужчины. Свидетельствуете? Да. Да. На ногу! Вставай, вставай! На ногу ему наступи! Властью, данной мне, объявляю вас мужем и женой. Хлопушку! Поздравляю! Хлопушку давай! Желаю вам счастья! Любите друг друга! Дорогой мой, слушай, что бы ты ни говорил, но новое поможет тебе забыть старое, сынок. У меня есть лекарство, тетя. Здесь. Я справлюсь. Поверь мне. Ты где? Тебя все разыскались. Ну же, тетушка, мы же здесь хозяева. Пойдем потанцуем. Давайте танцевать. Да.
Как вы могли догадаться, мы приготовили для вас небольшое шоу. Как я уже сказал, друзья, этот человек был просто актером из массовки, которого мы использовали на шоу. А также я хочу поблагодарить мою любимую перед всеми вами за вклад в мое шоу. Ну-ну, доктор. По-моему, скоро в массовке будешь ты. Вы только посмотрите на нее. О, какая! Где-то я ее видела. Сиви, ты ее знаешь? Кого? Как кого? Глаза разуй. Вон ту красотку, что с твоим братом вытанцовывает. Посмотри туда. Это его подруга, мам. Что? Подруга. Султан, мясо еще осталось, можно? Сходи, возьми там. Подожди, сейчас покажу, где. Эргин! Что такое? А это не невеста доктора? Она фото с Фератом целуется. Что за сплетни? Это не она, не невеста доктора, это наша подруга. Идите. Стой, дай-ка взгляну. Нет-нет, они мне ерунду показали. Дай сюда, дай. Дядя Султан. Ну-ка, дай. Что это? Ну, покажи. Ай, порнография какая, идите отсюда. Дай сюда. Порнография. С Фератом в главной роли. Куда? Султан, ты куда? Постой. Танцуем, Султан, потанцуем, потанцуем, давай попляшем. Да не хочу я, не хочу я танцевать. Танцуй. Да не буду я. Отпустите меня. Давай. Да отпустите же. Правда, хватит. Ты же так славно танцуешь. Давай, давай. Танцы. Давай. Давай. Султан. Султан поняла, кто такая нас. Брат, ты о чем? Уходи. Я их задержу, как смогу. Давай, давай. Давай. Тише, тише. Гюли, Гюли, Гюли. Тихо. Стой. Меня красавец на танец позвал. Вы куда меня тащите? Давай, давай. Умираю, Фират. У нас еще один танец. Какой танец? Танцуй. Жениха. Давай, мама. Танцуем. Ну же, Султан. Ты жива? Аккуратно. Где я? Меня похитили! На помощь! Гюли, Гюли, спокойно. Мы дома. Отдохни. Фират с красоткой. Но красоткам не везет, по опыту знаю. Ты влюблена, да? Кто? Я? Все правильно. Фират красавец. Гюли? Постойте, в него? Фират, дай ей шанс. Красотка ведь, машалла. Гюли, ты, похоже, перебрала. Я видела, как вы целовались в телефоне. Где видела-то? Где телефон? Гюли, тихо. Аккуратнее. Гюли. Давай телефон. Целуй. Гюли, Гюли. Целуй его. Гюли.
Если ты не против, можем и так поговорить. Куда они вдруг делись? Дома посмотрю. Подожди, ну куда ты спешишь? Посмотрю дома. Султан, свахи ссорятся. Нуртен? Да-да, они к Айдину идут. На тебя вся надежда. Беги, тетушка, беги. Беги, беги. Заткнитесь. Беги, беги. Сдержаться не могли. Брат, я у тебя в долгу. Никогда не забуду твою помощь. Мы тебе многим обязаны. Да ладно. Ну что, утомили мы тебя? Дай-ка подумать. 7-8 ящиков перетащила, кучу кастрюль, стульев, сковородок. Еще я пожарила мясо, раздавала орешки, под музыку вашу танцевала. А еще твою пьяную сестру до дома донесла. Да, наверное, немного устала. И мы так и не поговорили. Боюсь даже начинать. Обязательно будет пожар или потоп. Не бойся, на этот раз я не уйду. Шеф Фират, ты поступил неправильно. Но то, что ты сказала еде, то, как ты ее любишь, Шебнем думает это искренне. И фонд хочет, чтобы ты был шефом. Просит тебя произнести речь на вечере. Так что, если ты хочешь вернуться, мы будем совсем не против. А что думает Нас? Нас еще сердится. Я все понимаю. Ты тут только ради фонда. Ясно. Что ясно? Хочешь, чтобы я тебя уговаривала, умоляла? Но ты прости, я не буду этого делать. Нет, для меня отчаяние другого человека не повод для манипуляций. Я же не твой докторишка. При чем тут Тайлан? Он не такой, как ты думаешь. Конечно. Он принц на белом коне. Просто джентльмен. Именно. А ты была с ним такой же настоящей? Смеялась ли так же, как сейчас? Ты вообще с ним смеялась? Ты к чему это клонишь? Он сделал из нашего с тобой поцелуя шоу. В его венах не кровь, а чай со льдом. Сначала ты палку перегибаешь, а теперь пытаешься залезть в мои отношения? Чего я только ждала от тебя? Посмотри ему в глаза. И все станет ясно. Его взгляд обо всем расскажет.
Ты не одет? В ресторан не пойдешь? Не пойду. Ты гордый, но знай меру, Феррет. Ты упустишь свой шанс. Иди к ней. Хватит с меня. Почему? Месть не мое, братишка. Черт, ну что ты опять за старое? Все бесполезно. Она не бросит доктора, а доктор не бросит ее. Может, она и правда его любит. А, ясно. Значит, ты еще не видел. Что? Вот. Тайны Нассойор. Свежие фото Нассойор, девушки знаменитого Тайлана Гюнабакана, потрясли прессу. Что за таинственный мужчина рядом с нас? Не с ним ли у нее был трюк с поцелуем? Вот в чем вопрос. Кто сделал это фото? Кто-то местный, наверное. Неважно, это не суть. Это фото тебе хлеб с маслом, медом, чем еще захочешь. Понимаешь? Это свидетельство о любви. Можешь себе представить лицо доктора? Представил? Феррет, все уже началось. Если сдашься, сам пожалеешь. Тайлан, это что такое? Что за скандал? Мы еще с поцелуем не разобрались, а тут это фото в сети. Скажи мне, нас тебе изменяет или ты что-то скрываешь? Честно скажи. Ничего не скрывай. Нет, Наслихан, это же желтая пресса. Но ничего, я с ними разберусь, не волнуйтесь. Тайлан, прошу. Канал рвет и мечет. А ты мне все какие-то сказки рассказываешь. Нам нужны решения. Решение будет, поверьте. Всего доброго. До свидания. Атилан! Да-да. Звони всем журналистам, быстро! Быстро! Скандал? Не может быть. Скандал? Все, конец нам. Физа, что стряслось? Ничего, брат, ничего. А ну-ка дай. Брат, ничего, говорю. Что там? Мы у всех на устах. Сплетни ходят. Что о нас люди подумают? Забудь о людях. Почему нас это делает? Не зря я ей говорила, женитесь скорее. Тайлан хоть приличный жених. А это что за хам? Откуда он вообще взялся? Что они там делают? Танцуют? Позор! Как так-то? Ай-яй, у меня в голове стены сверлят. Выпей. Кто просил тебя так напиваться? Да не сердись, Султан. Я думала, это все лимонад. Только не кричи, у меня голова. Ты что там скрываешь? Ничего. Иди сюда. Сюда иди. Мам. Дай. Мам. Дай. Я все первой должна слышать. Султан. 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 Что, совсем плохо дело, да? Ловушка. Доктор с Фифой Феррета в ловушку заманили. Ай, Султан. Когда ты сказала ловушка, я тоже об этом подумала. Что, если все это подстава? Ой, мамочки, девка-то сумасшедшая. А наш Феррет как лев. Вдруг они ему что-то подмешают. Вдруг он в обморок упадет. Феррет может оказаться в ловушке. А вдруг... Он очнется в ванне со льдом без почки. Как же так? Ох, Султан, наш мальчик в руках мафии. Не неси всякую ерунду. Только языком чешешь. Спи давай.
Глупая. Я им не дам такое с Фератом творить. Не дам. Нас? Ты в порядке? Прости, не смогла его убедить. Поверь, я очень пыталась. Не поверишь, что там было. Вот козел. Ты не знаешь, что случилось? А что случилось? И как ты это объяснишь, милая? Тайлан. Поверь, это не то, что ты думаешь. Я о ресторане с ним хотела поговорить. Не знала, что кто-то нас снимает. Допустим, я тебе верю. А другие как поверят? Ты понимаешь, как ты меня подставила? Опозорила меня перед всеми. Почему он постоянно оказывается между нами? Я знаю, что это выглядит странно. Только с поцелуем разобрались. Новая история. Как ты это допустила? Я неприятно удивлен нас. Удивлен, да. Но теперь ты что поделаешь? Тайлан. Думаю, не стоит обвинять нас. Не сердись. Милый, скажи, как все исправить? Скажи. Не знаю. Может, уже никак. Тайлан, не надо со мной так. Сюда нельзя. Что вы можете сказать? Простите. Вот и журналисты набежали. Зря премьеру организовали. Книга не продастся. Вероятнее всего, издательство расторгнет со мной контракт. Тайлан, не надо, я прошу тебя. Сегодня... Я собирался на встречу с крупным продюсером. Он хотел снять фильм о жизни моей пациентки. Должны были позвонить, но тишина. Передумали, что тут сказать. Наверняка канал уже обсуждает отмену моего шоу. Это конец. Еще не все потеряно. Нас, ты куда? Я поговорю. Пойдем. Нас, как вы прокомментируете фото? Нас, что вы можете сказать? Здравствуйте. Эти фото стали для меня большим сюрпризом. Но, разумеется, их сняли недоброжелатели. Они все лживые. Наши с Тайланом отношения не изменились, у нас с ним все хорошо. На фотографиях тот же мужчина, который поцеловал вас на вечере. Господин Тайлан сказал, что это актер. Так кто он такой? Никто. Вот он, вот. Мужчина из фото. Мужчина на фото. Кем вы являетесь, Нас? Вы актер? Почему вы здесь? Откуда вы знаете нас? Простите. Это вы на фото? Дайте договорить. Простите, простите. Тайлан сказал, вы никто. Но кто вы? Откуда вы знаете нас? Я Фират, шеф этого ресторана. Фират, рад вас видеть. Да, он шеф ресторана. Мы знакомы. Но можно я скажу действительно важное? Что важное? Говорите. Мы с госпожой Нас решили пожениться. Так что все эти сплетни не имеют ничего общего с реальностью. Прекратите выдавать лживые новости и оставьте нас в покое. Спрошу у тебя на глазах всей Турции. Пусть наш друг-шеф и эти репортеры будут свидетелями. Ты выйдешь за меня, дорогая? Милая. Да. Что ты здесь делаешь? Я уже говорил. Не слышал, что ли? Нас, неужели ты взяла его обратно? Тайлан, я прошу тебя, не здесь. Нас попросила меня вернуться в ресторан. Я согласился. Теперь я снова тут шеф-повар. Я не понимаю, как так. Что этот мужик делает в нашей жизни? Какой мужик? Какой мужик? Ребята, ребята. Ну-ка скажи. Да что ж такое? Что с вами? Давай поговорим в офисе, Тайлан. Хорошо.
Вот нахал. Зачем ты сделал мне предложение перед всеми? Думаешь, я за этим вышла к прессе? Милая, я не... Это должно было быть только между нами. Конечно, но это же особый момент. Тайлан, ты знаешь, как это называется? Игра на публику. Понимаешь, в какую ситуацию ты меня поставил? Одну минутку, дорогая. Я думал, у нас все хорошо, мы и так собирались пожениться. Или ты планировала мне отказать? Ты что, правда думала мне отказать? Тайлан, ты же меня знаешь. Я не люблю папарацци, я не люблю прессу. Дело совсем не в твоем предложении и свадьбе. Милая, я давно ждал возможности сделать тебе предложение. Ты так уверенно вышла к нелюбимой тобой прессе. Нас, ты так отстаивала нашу любовь, боролась за нее, что я подумал, это лучший момент. Я что, был неправ? Или ты не поняла? Поняла. Но не это тут главное. Тот парень вернулся сюда. Я не хочу, чтобы он тут работал. Он не будет тут работать. Тайлан, мы с тобой это уже обсуждали. Фират нужен ресторану. О личном нужно забывать. Зачем ты так? Неужто других шефов нет? Отношения отдельно, а ресторан отдельно. И? И Фират будет здесь дальше работать. Что ему в голову пришло? Понять не могу. Предложение. Из своего предложения шоу сделал. Молодец, Нас. Сразу «да» сказала. Где же ее гордость? Забывает о ней при лживом докторишке. Спокойно, Фират. Чего сердишься? Нет, я все понял. Она лишь делает вид, что не хочет. А что ей было делать? Он это при всех сделал. Как тут сказать «нет»? Шебнем мне не так говорила. А кто мог такое предвидеть, Фират? Я все понял. Шебнем считает, что знает лучшую подругу. Но это не так. Фират! Слушай меня. Предупреждаю в последний раз. Ты всего лишь готовишь. Или... Или что? А? Или до гроба жалеть будешь. Значит, пока, добрый доктор, и привет, злой лев. Ты обманул всех, но меня не проведешь. Я прекрасно знаю, что происходит в твоей голове. Доктор, если бы ты знал, что у меня на уме, ты бы не стоял передо мной. Сейчас я промолчу, но только ради нас. Но если ты встанешь у меня на пути, очень пожалеешь. Это мы посмотрим, доктор. Скоро тебя здесь не будет. Наслаждайся последними днями здесь. Как же, доктор, как же. Уф, ты ведь с ума можно сойти. Дело в том, что Фират уже сошел. Молодец, Нас. Обычно логика человека спасает, а ее лишь губит. А Фират рвет и мечет. И что делать? Пусть найдут компромисс. Мы же не сдадимся, нет? Ни за что. Не остановимся, пока Тайлан не исчезнет. Ни за что. Смотри на меня. Полиция закрыла кафе. Я на нервах. Так что скажи мне прямо, что тут происходит? Что у Фирата с этой девушкой? Она подруга... Подруга, говоришь? Это девушка доктора. Фират-то тут при чем? Может, ты мне скажешь? Она ничего не знает. Все в порядке, мам. Гюлендам, с тобой разговариваю. Повтори вопрос, Султан. Что у нее с Фиратом? У нее Джокер. Я тебе покажу Джокер. Нет, больше не могу, Султан. Так сложно было эту тайну хранить. Эта девка влюблена в Фирата. А Фират об этом не знает. У нее есть другой. Я в этом убеждена.
Как же хорошо они смотрятся. Это не просто слова. Они настоящая пара года. Пара года. Я в компанию. Дорогой мой. Брат, Тайланд все правильно сделал. Чего ты сердишься? Они молоды, их слепит любовь. И разве это не мило? Теперь у них все официально. Не хочу больше об этом ничего слышать. Брат, прошу тебя. Здравствуйте, Хазим. Мы можем с вами поговорить? Молодец, Гюлендам. Ты мастер подливать масло в огонь. Что мне было делать? И дальше держать султан в неведении, что ли? Хорошо, что узнала от нас, а не из телевизора или еще от кого-то. Лучше так. Благодаря тебе мы работаем сверхурочно в закрытом кафе. Незаконно. Гюли сказала, она девушка доктора, но влюблена в Феррата. И султан ей поверила? Как так? Думаю, нет. Потому и злится. Если они нас так ни за что наказывают, то если вдруг мышь выскочит, они нас без штанов оставят. Лишь бы апелляцию приняли. Бестолку, Эргин. Не слышал? Процедура, сказал. И как нам долги выплачивать? У нас же ничего нет. Я разберусь. На нас точно кто-то пожаловался. Но почему? Кто этот аноним? Пусть они скажут, кто. Мы с ними поговорим и решим все вопросы. Не знаю, Эргин, но я их найду. Знаешь что? Шайтан мне на ушко шепчет забыть все это и просто придушить Тайлана. Нет, Феррат, нет. Нельзя просто сдаваться. Кафе нужен каждый грош, что ты в ресторане заработаешь. Лишь ты можешь решить эту проблему. Успокойся. Ты не можешь просто взять и бросить все. Понимаешь? Не можешь, и все. Понял? Да. Ладно, пойду в банк. Возвращайся в наш район. Пока. Пока.